Лен, ты черканешь ЕП? Леночка, Да. Лен, А чё? а помнишь, я тебе вчера говорил, что я спек хила хочу убрать, Ну, делать хилл-бэк? пока-то ты хочешь это сделать? Сейчас так я уже Почему ты сделаю. решил, что я его еще не сделал? Привет, Лен. Привет. Чё, с работы сбежал? Я не знаю, нет. Ты же говорил, ты сегодня работаешь. А, сегодня суббота, и мне говорил, что я сегодня буду, наверное. Ну, отлично. Чё, закроем ЦВК так же быстро, как вчера? Лучше Конечно. подольше. Не-не-не, надо быстро. Кариша, заходи, ноутбук ты здесь? Сейчас я себе сокуту перекину, а то будешь... А, Я в танке, ноутбук, лучше да, подальше, в потому танке. что Ну, а я пойду по... Норти пока хила. Значит, Говорите, хила. пожалуйста, все на раз, два, три. Марсете, брон в танке, войд на этой самой, на хуйне, которая, блядь, выходит там с притяжкой, порешаешь там вопрос с ним, чтобы Беладону там было покомфортнее все это дело расхерачить. Норти, сумонься, пожалуйста. Кариша, заходи. Сейчас сапоту скину. Мне сапотов вообще нет. А я еще Мишу за вчерашнее должна. Ген, ты тут? Я в инсте, если что. Да, тут. Генна. Да. Можешь, если я не успею, на ребро с моего мага зайти? Я не знаю, что тыкать. Ой, один, два, 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 два. Это поле, когда все, идти. Разберешь. Я мечтаю поиграть на маге. Я тоже поиск хочу с ребра. А я у тебя прибора нет, не надо. А тебя дома нет. Вот а, меня, а я первый по прибору. Знаешь, выигрывать не тот, кто первый по прибору, а все, там, поехали, трэш пока, Карину потом до сумони. Идите, гуляйте. Следующий по прибору Локи идет, так что. А ему не надо, вроде. Азы? Танки, Норглет, Войт, поехали. Ты не разбафать. А я договорюсь, не переживай. Сколько мы вчера на там крыше ворона? Мне ж вчера начнут кричать по каске. Чекай. Короче, давайте так же, как вчера на соляре. А, потяните времени на часика полтора, да. Может, не надо? Лен, ты смотрел, как мы вчера вайпались? Где мы? На соляре. Три раза. Нет, я на работе. Один раз мы подлетели, вайп, один раз она захилилась, и один раз мы просто устали. Просто заебались уже. Зачем усталость? Кто устал, пишет нет. Кстати, Лен, это, видимо, следующий ник твоего перса будет, да? Осталось. Лена, а кто еще остался? Я не знаю. У меня, в принципе, все чары. Я не знаю, кого качать. Мне уже даже по два. Яички. Яички? У меня есть яичко. Ломала? Тувар. Кто это твар? Кто это счастливец? У меня два вара есть. Да, два вара. А почему я его ни одной не видел? Ну, потому что один сидит на альянсе, а второй не мой пока. Ну, в смысле, он пока мой, но... А почему пока? Лена, Лена. Ну, потому что его владелец, он не играет, и я пока играю его варом. Да эфемера, если ты помнишь. Эфемера? Ты на эфемере играешь? Да. Блин, это А чё, он не играет? Он устал. Да, дайте еще раз чек на усталость. Бля, какие глазки за Шиман. Нехорошо тогда за эфемерой поступили, ну ладно.
Это не то, что нехорошо, я бы даже сказала, хуёво с ним поступили. Хорошо, это ласково очень сказано. За всё можно попросить спасибо Эльдару. Да, раз татарский любище. Я ж сдохла. Почему-то... Ничего срывать. Лена, где воронки? Не знаю, кто в этом рейде приносит мне. Девка. Мы вчера убедились. Хоть одно слово про пояс кидает он человека в ЧС, даю мут или вайс рейда. Так его же вчера не этот вроде откатил. А чё за пояс? Восстановили. А, Ген. Я Деорусу еще потом восстанавливаю. Я все сказал. Ген, я люблю тебя, Ген. Лена, почему ты вчера администрации не сказал, что на втором скриншоте, котором ты скинула, есть осколок? Во-первых, я не прочитала это сообщение, потому что это сообщение было написано после того, как мне вернули поезд. Я просто ты была слишком рано для этого. Я сегодня, только сегодня увидела то, что мне ответили там. И то, что вы уже порешали вопрос со сколком. Ой, блин, все за вас сделай. Так, сейчас я умер. Ген, есть идея, чтобы подобная ситуация не повторялась? Скинь данные от своей совы. Они, конечно, может, у меня где-то висят, но, видимо, где-то далеко. Ты зайти все равно не сможешь. А чё, он такой редкий? Двойная? Да. Это поезд такой редкий, что ли? Для справки, за последний почти год он выпал один раз вчера. Тимыч, лучше молчи. Вы про какой поезд говорите? Блять, вы из долбоёбы или нет, скажите честно, блять. Никого в ЧС кидать. Адачи. Адачи, первый пошёл, блять. Парада кидай в ЧС, парада. Я люблю тебя. Я знаю. А зачем тебе пояс? Глупый, а? Бля, серьезно, все, лучше стол. Задонать на него. Могу сотку тебе кинуть. Ты хорошее предложение, он где-то соткой стоит. Да он недорогой, просто понимаешь, типа, из принципа подобные вещи покупать не с. Вы куда у нас Солярис еще? Да, с несоляру идем. Да-да-да, колбаса еще стоит, пошли. Сейчас будете такие. Уии! Полети! Я вчера офигела, что он кидается на танк. Он на всех кидается. Я, кстати, не совсем понимаю, зачем там танк именно на босса. Типа, скорее соляра же все равно только кастит. Нет. Ну, типа, на трэш я понимаю, почему уже. Ну, типа, это логично. А вот на самого босса я что-то не совсем догоняю. Зачем танк? Он миллиатак и тоже. Не бьет. Он вообще не бьет, по-моему. Я кроме косов там вообще ничего не видел. Ну, чтобы что-то давай, наносилось. Давай сейчас не будет танка на боссе, и тебе просто 100 тысяч прилетит. Давай. Все. Так он не, реально не бьет. Эти стрелы он кидает просто в рандомные цели, поэтому мне интересно, зачем он упадет на 20%. Он миллиатакой тоже. На 20%? Нет. Ни разу не видишь, что он меня ударил. Между костами он бьет. А зачем ты возле него стоишь? Кто? Танк. Скорректируй вопрос. Зачем стоять возле соляра, пока он костит? По большей части он сагрен на хантов.
Хант никогда не будет стоять в миле. Он убивает миле атакой, если не танк будет в игре вести прямо. Будет стоять рядом с ним. Поэтому нужен танк. Ну-ну. Ну давай сейчас не будет танка на боссе просто. Да давай. Раз он не бьет. Получается, нужен один танк. Трэш все равно Фрэнси станет, так что танка не нужен. А Фрэнси сегодня нет. Блин. Он танчит его не гуляем, Лена? Он его танчит одной кнопкой в виде беспощадной зимы. Че, вы уже все клянули, чего он меня спрашивает? Геру дай. Вы же вчера так на поле говорили, пулять. Понимаете, как же. Чувствую, когда в сумке только одна полупровода. Поехали дальше. Сейчас эти подойдут, спулите их. Не ходите дальше. Давайте на пол шишечки оставим. Thank you.
еще в горду будут лететь, да? Лена Баешка. Где? Тут. Мы вчера все воронки налутали, а потом ливнули из рейда, пока их не разбудили. Да, Миша. Миша отошел. Как вовремя. О, Лена Воронка! Лена Воронка! Это я понимаю, другой разговор. Ребята, а для Софи-то можно воронку полутать или нет? Ну, по приору, да. Про воронки же сказали, у кого-то 5 есть. А если нету того, у кого есть Т5, то просто там пищу. Ну, у меня фулл Т5. Не, воронка все, не, соки. На ну, значит, на воронку по приору, если будешь, заберешь. На будущее нельзя. Правда, завтра уже зимний покров. Ура, наконец-то, пап! Это что за ивент? Опять этих снеговиков? Да. Я там на дубон. Форм трансмога. Буры с градом на спину. Лена, пойдем маунта фармить? Обязательно. Ой, ёпты, вот так. Я в том году сдавалась на, по-моему, 9-м или 10-м уровне. Вот на коня бы такой рост. Карина мне еще вчера поздравила, что я хвастаюсь ролом на коня. 93. Серьезно? Этим хвастаться? Тут же сапротики, да? Саш, поставь, пожалуйста, почту. Кому сопрот, кому ДД. Рыбу ставлю, ешьте, бафаемся. Так, а что тут, сопрот или ДД? ДД здесь. Так, будет с Галадоном. Ой, хватит, извините. Вы оттягиваете жреца. Карина, Саша, и вы на всем трэше на 8. Полный день. Каску. По кому? По локам. Сейчас, шаманом. Да, делаю я рыбок, все вижу. Помогу. По всем, короче. Наверное. А рыба была? Стоит. Стоит. Карина по готовности пуляет. Бегу.
Геру. Я на тебя сесть, но сейчас дверь подскажу. Засыжда в дальний побежали в портал. Собью. Карина. Почему на тебя гнев вешает? Тебе там много лет танчить не дает. Да, он на мне висит, типа. Он на девке висит. У него нет мейн танка в таргете. У вас. Собью. Тройки. Второго жреца. Нормально далеко. Жрец самого. Убежали на другую сторону. Тяните его туда. Пока тут по Нурсию по гифке. Нет, Нурсию по Жужину. Жужин по гифке. Мейнчик. Тяните, блядь. Женек есть встать? Ребафу дайте. Каску приступал. Прист. Жреца играете. Куда вы его уводите? Сюда тяните. Некого тянуть. Комет есть комет. Что-то думал, мы убили второго. Вам бежит. Крис тут второй.
Звезда. Ё-моё, как вы падаете? Тимбич по-вражески. Тимбич вышел. Потом должен был по-вражески. Тут он говорил, солярка с руки не бьет. Убежали к нему, к овце. А кого он с руки убил? Меня с руки убил. Да. Чем ты к нему подошел? 49 тысяч. Зачем ты к нему подошел? Хочется! Он появился в этом портале. Все, одного жреца тяните. Ближнего. Тяните, а не там застаньте. Я собью. Нёк. Нёк. Один иннер по япончику дайте, пожалуйста. Остаемся тут. Тяните. Япончик давал. Спасибо. Калин, освободишься, помолки дашь. Одного жреца тяните. КБ. Если тянуть, то потом второго. Так ты таунти или ударьте, господи, что сложно. Калин, помолки. Маша вышла. Собью. Вар вышел. Остаемся тут же. У вас. Побью. Лена. Его-то долго еще? 10-12. Ну, почти. Женел. Денчик сюда. Тяните.
убивать этого жреца и все, и это. Ну, босса кто победит. Ну что? Сырья. Демона тоже, по-моему, захилил. Отдачи. Че тупо босса бей. Босс убийца. Да. А что это за новые кнопки раздрочить, я долбоёб? Это кто такое придумал? Ну-ка, тыкни ещё раз, я почитаю. А main off раздрочить, я долбоёб, пас. Ладно, проверим. Тыкни, да, я хоть скрин. Чё-то врач не скай, хоть посмотрел. Никитос, дай, пожалуйста, Денчику вот эти вот наручи. Не могу, я долбоёб. Пару только закопает. А не надо отдавать Денчику. Это я попутала. Но они чуть лучше, чем с РСа. Наручи эти. Сейчас второго центуриона ДК, если сагрится. Поехали, трэш. Велики помогу. И рыцари. Этих можно не разводить. А можно, пожалуйста, не АФКшить на трэш? Нельзя. Осторожно, патруль близко. Где на воронка? Воронка. А не. Да. Вчера нам, по-моему, 3 штуки упало. Да, что в районе? Да, все мои. Еще сейчас скажу. На, чё? Пока. Апнул себе Т5. А-а-а. Кстати, 4-й был, сука, или 2-й?
Это был у меня третий кусок, мне остался. Что-то не сработала протяжка. И вот на последний час в ГБ лежит три воронки, осталось только столица. Да, что-то притяжка в миле не сработала, действительно. А тут... А как должно было сработать? Ну, не в миле вообще. Ну. Просто танк. Дебит живца, пожалуйста, поставите. Будет стоять на проходе. Знаешь, тут много претензий на Т5 друида. Руки. Так, сейчас же грудак вроде. Просто на руке. Много ли претендентов нужно? Музыр, отстань. Очки играют. Лена, боешка. Да нет там никакой боешки. Есть? Короче, спикай с Фредрика. Перед последнюю кнопку так хочется нажать. Что дает она вообще? Кто нажимал? Я долбоёб, что ты долбоёб? Ну это тебе виднее. На самом деле я долбоёб. А где прохил по Бруно? Нету. Рин. Я вообще-то пожалуйста. Как он? Зачем вы спулили два пака? Зачем вы вообще спулили трэш, если у нас еще тела лежат мертвы? Окей, вы меня убедили. Я обратно в прота, Карина, я спикайся в хила. Марглет, ты на ласте что-нибудь затанишь, сможешь? Может, лучше Карину? Нет, я вам просто спрашиваю на будущее. Сейчас я бы лучше этого не делал. Я бы тоже это лучше не делал. А у тебя бы броня 266-го медведя одела. Танчи иди. Хильте. Просто отходи от них, когда они крутятся. Все будет нормально. Можешь их не сковывать, они сами двигаться не будут. Никитос, останови на срез. Бегите, короче. Он встанет на нем. Ну это РЧ, ГП, тем кто в карту. Да, точно. Нет, КГП. А тут у вас что за хороводы? С мобом, по кругу, водят они тут, сидят. Пиздец, блядь. Профессионально, конечно. Ну а что делать, блин, все танки подохли? Нет, живой. Нет. Жужин вон в диване стоит. Вот танчит трошачок, подошли все сюда, убили трошачок, блять, они там хороводы водят, да? Пиздец. Давай, где там хороводы? Да, у них там цирк. У нас новый. Короче, кайтим, да, как это, высоких навалишь. Новогодний цирк. Тренируем хоровод. Я умирать не хочу, три хила живые есть. Брони нажми, ФД и Масрес прожми. Или Никитос, или Кладбон. Сделайте тут красиво. Вон там сова медитирует. Что за сова? Жужжет. Хоть одного добейте, которого мало хп. Бегите, вставайте, бегите.
Вартой, вартой, вартой. Центурион, если что, крутится, вы от них бегаете, потому что если не в толпе крутится, будут все лежать. Он крутится. Ух ты, а тут драконы летают. Там сюда резать. Сделай чек на готовность. Там дело не в АФКшине, там дело то, что пока резали, там только что пулять и сдох. Ну просто кое-какой танк сагрил две пачки. Люди решили, их не надо бить, не надо хилить. Танк сдох. Давайте по одной. Полина. Карина, это не РБК. Все будет нормально, научу. Как научу? Значит, как суицидник, так научу ее аккуратно. Как суицидник, ну и там войско дал, было время как бы. Резать вообще. Жив, он так по дороге стоит.